завершается, а может быть у кого-то уже завершилось цветение винограда, и мы с вами поговорим о том, какие виды работ нам нужно сделать на винограднике в это время. Здравствуйте, дорогие друзья, рад вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Первое и самое важное, что нужно сделать, это, конечно же, провести профилактическую обработку от грибковых заболеваний. От мильдью, от аидиума, ну и у кого есть гнили, еще и от гнилей. Во-первых, это время активного развития патогенов. Это обязательно и очень важно сделать для тех, кто не обрабатывал перед цветением. Ну и погода, в принципе, у нас стоит такая, которая очень сильно благоприятствует развитию грибковых заболеваний. Влажно, тепло, вот еще аидиум может и потерпеть, скажем так, а мильдью, вот прям для него идеальная погода. Поэтому вот все отцвело, да, и нам обязательно нужно обработать. А чем обрабатывать? Теми препаратами, которые вы сможете найти у себя в продаже. Но поскольку вы спрашиваете, чем обрабатываем мы, то, конечно, я скажу. Мы сейчас будем обрабатывать луной Tranquility. Луна работает от аидиума, луна работает и от гнилей. И от мильди будем обрабатывать препаратом Орвега. Раз повторю, что чем обрабатывать вам, либо тем, что у вас есть, скажем так, в виноградной аптечке, либо то, что вы можете найти в продаже. Потому что в разных регионах доступ к препаратам будет разный. В нормальных магазинах вас всегда проконсультируют, подскажут. К тому же вся информация доступна есть в интернете. Единственное, как бы, от чего бы я хотела вас предостеречь, это от подделок. Покупать препараты просто в лоточке на рынке, ну, не совсем хороший вариант. Я не исключаю, что там могут быть хорошие оригинальные препараты, но точно так же там могут быть и подделки. Поэтому проверяйте. И пару лет назад я снимала ролик по подделкам, на что обратить внимание. В описании этого видео ссылку я вам оставлю. Обязательно посмотрите, чтобы не было мучительно больно. И еще на что хотела бы обратить ваше внимание, это на препарат Ridamil Gold MC. Уже некоторое время, наверное, второй год, как этот препарат запрещен для применения в личных подсобных хозяйствах и запрещен не просто так. Тут я остановлюсь немножко на таком моменте. Смотрите, есть неразрешенные препараты. Неразрешенные они просто потому, что за регистрацию для личных подсобных хозяйств производителям надо платить отдельно. И если они понимают, что сильного спроса в рознице не будет, то им нет смысла, как бы, этот препарат регистрировать. И запрещенные. То есть Ridamil раньше продавался. Да, и у многих виноградарей он в аптечке остался. Но на сайте производителя написано, что препарат имеет канцерогенное и аллергенное действие. И поэтому он разрешен только специально обученным людям в специальных условиях. И, ну, стоимость препарата, даже если он у вас остался, вот стоимость препарата не настолько высокая, чтобы вот его жалеть, да, и, простите, себя травить. Да выкиньте вы его и все. Но есть Ridamil Gold, там другие аббревиатуры будут. Вот на сайте Сингента, на сайте производителя все это можно посмотреть. И вообще всегда рекомендую, зайдите на сайт производителя препаратов, и вы там узнаете все. Какие фасовки, да, там, дозировки и все остальное. Так вот, новый Ridamil там заменили вот этот токсичный элемент медью, и да, его можно применять. Значит, по препаратам сказала: тем, кто боится химических препаратов, боится химии, что я могу порекомендовать? От мильдью можно использовать термофильный чай, замечательное средство, классно работает, тоже ссылку, как его приготовить и какова его эффективность, я вам оставлю в описании. От аидиума хорошо работать препаратами серы, полисульфидными препаратами. Самый доступный, самый бюджетный – это ПФК Лерос. Им можно обрабатывать буквально там за пару дней до съема урожая. Поэтому, если вы вдруг по каким-то причинам не хотите применять системные препараты на своем участке, то, пожалуйста, вы можете применять термофильный чай и серу. Следующее. Мы продолжаем все зеленые операции на винограднике. Побеги активно растут, соответственно, мы продолжаем их подвязывать, продолжаем
либо начинаем, да, у кого только начинают расти пасынки, работы с пасынками, кратенько по пасынкам, мы их не выламываем, мы их прищипываем за вторым, либо более листом, так как вам удобно. Если виноград дорос до верхней проволоки, мы проводим чеканку и проводим нормировку урожая. Но смотрите, какие есть здесь нюансы. Еще не на всех сортах четко и понятно, как они опылились. А для примера, вот это вот кишмиш краси. Да, вроде как бы бубочки такие есть, все хорошо, но на самом деле, вот в прошлом году это был совсем горошек. Да, и вот пока мы не знаем, будет эта ягодка наливаться или не будет, соответственно, пока не спешим. Вот здесь вот, это другой сорт, мускат магарачский, вот здесь как бы более понятно. Но, честно говоря, я бы еще подождала с недельку, тогда все будет гораздо более ясно и четко. А к тому же с нормировкой технических сортов мы, в принципе, можем не спешить. Там может быть вообще зеленый сбор. Ну, а столовые сорта у нас пока вот примерно все на такой стадии. Это, кстати, Хэллоуин. Да, видно уже форма ягодки. Но гроздочки еще такие вот. Они, ну, непонятно, да, может что-то осыпется. Поэтому есть смысл недельку, может и две подождать. Точно так же вот прямо Украины тоже пока непонятно, что тут как будет. Тем более, что у нас была морозная весна, да, у нас во время цветения шли дожди, так довольно-таки активно была повышенная влажность, и поэтому как опылилось, вот пока поэтому сказать нельзя. То есть вроде бы как бы ягодка какая-то завязалась, но это может быть мелкий горох. Поэтому пока ждем. По срокам это будет на самом деле, ну, недельки за полторы, я думаю, что она уже покажет. Но опять же, вы ориентируйтесь на свои кусты, да, вы их знаете, вы знаете сорта, вы знаете, как они себя ведут в ваших условиях. То есть вот на такой стадии я бы не рекомендовала делать нормировку. Здесь вот мы подождем недельки полторы. За это время все должно показать. Ну, когда будет на ком показать примеры нормировки урожаем, то обязательно выпущу ролик. А следующее – это подкормки. Да, после цветения можно подкормить. Чем подкормить? Тем, чем вы обычно подкармливаете. А раньше мы подкармливали настоем навоза, но теперь мы от этого ушли, потому что при наших объемах, при нашей занятости это становится слишком трудоемким и неудобным. И мы покормили в начале сезона, когда просто заложили в землю хорошее количество навоза. Все, он там будет работать и даже будет работать несколько лет. Если вы подкармливаете жидким, пожалуйста, жидким настояли, подкормили. Можно подкармливать еще настоем травы, кто-то подкармливает всякими бродиловками, тоже хорошо. Ну, кто кормит минеральными удобрениями, тоже вы уже их знаете, как говорится, да, чем вы кормите. Кто-то кормит кристаллонами, есть просто комплексное удобрение, например, для винограда, там прописаны сроки внесения. По инструкциям можно подкормить. Хорошо подкормить сульфатом калия. Опять же, по инструкции. Там не будет отдельно для винограда, там написано для ягодников. Для ягодников это то же, что и для нас. Тоже сейчас калий вносить вот прям самое время, потому что кусту он нужен. И нам будет проще потом и с вызреванием лозы, и с созреванием ягоды. И еще один важный момент. Что у нас начинает происходить после цветения? После цветения начинает наливаться ягода. И, соответственно, в этот момент очень важно, какая влажность будет в почве, да, насколько увлажнен будет виноград. Почему? Потому что если во время налива ягоды влаги достаточно, у ягоды будет хорошо растянутая эластичная шкурка, и потом у нас будет гораздо меньше вероятности треска. Если же в момент налива ягоды у нас стоит сухая погода, соответственно, шкурка будет плотная. Виноград растение умное, оно себя защищает, да, шкурка будет плотная, она будет менее эластична. И потом, когда у нас в августе уже ягода начинает созревать, да, и вот-вот мы ее хотим скушать, приходят дожди, излишняя влага, и мы получаем треск. Поэтому можно и нужно поливать
виноградник во время налива ягоды, если в том есть необходимость. Смотрите, да, вот сейчас у нас шли дожди, ну, вроде бы почва влажная. Но вот на этом участке у нас суглинок, и здесь почва вообще хорошо очень держит влагу. На втором участке у нас песок совсем такой ПГС, как сито. И вот то, что дожди прошли, сейчас следующую неделю вроде обещают такую солнечную, и без осадков, и там за неделю эта вода уйдет моментом. Она и так всегда там проходит сквозь сито, и даже в двухметровой яме никогда не было луж. Полчаса после дождя, все. А поэтому там надо поливать. Здесь в этом плане нам немножко легче. Ну, вы опять же смотрите свой регион, да, свои почвы, свои условия. И если сухо, то вы виноград поливаете. Причем вот можно полить так хорошо и обильно, чтобы предотвратить проблемы в дальнейшем. Но с другой стороны, если вы знаете, что у вас будет и август сухой, и сентябрь сухой, то можно и не поливать, да, вам вот эта проблема треска, она не грозит. А в то же время, как бы, влажность, она будет повышать размер ягоды, то есть можно таким образом немножко повысить урожайность, если вам это нужно. Да, опять же, мы взвешиваем свои трудозатраты, взвешиваем выхлоп, что мы с этого получим, мы тогда принимаем решение, как нам действовать. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще». Оставляю ссылку на другие полезные видео. Оставляю ссылку на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!